Смотрите в выпуске. Первый резидент индустриального парка «Шалом» принимает гостей. Активисты движения школьных лесничеств ЯО побывали с экскурсией на питомнике дальневосточной лесовосстановительной компании. Спорт – это жизнь. Выбираем спорт. В Биробиджане в очередной раз прошел спортивный фестиваль среди граждан старшего поколения. Большой концерт по случаю 40 лет ансамбля «Мазалтов» прошел в Биробиджанской областной филармонии. Участники школьных лесничеств Еврейской автономной области побывали с экскурсией в питомнике дальневосточной лесовосстановительной компании первого резидента индустриального парка «Шалом». Работа питомника с движением школьных лесничеств проводится в рамках заключенного договора, который предполагает просветительскую и природоохранную деятельность. Ребятам рассказали, как проходит весь цикл лесовосстановительных работ от посадки семян до высадки саженцев уже в лесу. Мы часто ездим, и мне очень интересно, как развиваются растения, как у них жизнь. Вот. Я впервые была в такой огромной теплице, и здесь очень все технологично, очень красиво, и мне очень понравилось. Мы сейчас вот пересаживали саженцы. Это тоже очень интересный опыт. Прозвучала во время экскурсии и идея о возможном трудоустройстве юных лесничих в питомнике, что еще больше поспособствует погружению ребят в тему, позволит лично увидеть и поучаствовать во всех этапах лесовосстановления. В ходе беседы юные лесоводы узнали, что для посева используются семена, собранные на территории области. А вот питательная среда завозная. Торф «Профимикс» закупается в Белоруссии. Он пришел на смену субстрату «Классман», импорт которого прекращен ввиду санкций. Но импортозамещение работает. Использование белорусского аналога не повлияло на всхожесть саженцев. Мы с радостью будем видеть тех людей, которые хотят заниматься данной деятельностью, выращивать молодые растения. И, конечно же, если придут те дети, которые у нас находятся сегодня или будут с нами на протяжении там, этого года и следующего, и приходить к нам трудоустраиваться, мы, конечно, будем только рады, понимая, что все, что мы делаем сейчас, это не зря. Деятельность питомника направлена на восстановление лесов ЯО и Дальнего Востока. Сейчас в питомнике выращивают лиственницу даурскую, более 430 тысяч саженцев. С выходом на полную мощность годовой урожай только одной теплицы составит до 1,5 миллиона корней. Вот дополнительных мощностей позволит повысить его до 5 миллионов саженцев. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. Спорт – это жизнь, мы выбираем спорт. Накануне Всемирного дня здоровья в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин» прошли соревнования среди тех, кто, несмотря на возраст, молод душой и рвется к победе. На спортивную площадку вышли 32 пенсионера. Это представители регионального центра серебряного волонтерства «Молодой душой», центра активного долголетия «Шалом» и комплексного центра социального обслуживания населения. Состязания состояли из 8 этапов, причем каждый из них подобран с учетом физических возможностей участников. Все этапы предусмотрены для граждан пожилого возраста с учетом особенностей физического развития в данном возрасте, с особенностями суставов, самочувствия, да, которые есть, потому что у нас сейчас граждане пожилого возраста посещают адаптивную гимнастику на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин». Мы активно популяризируем идеи активного долголетия и здорового образа жизни. В напряженную борьбу вступили 4 команды. Перед каждой из них стояла цель выполнить задание правильно и быстрее других, для того, чтобы набрать как можно больше баллов. Этапы эстафеты надо было проходить как поодиночке, так и всей командой. От участников требовалось показать хороший уровень физической подготовки, выносливость, ловкость и силу. Мы серебряные добровольцы, участвуем активно в мероприятиях города. Нас пригласили на соревнования, мы очень рады, будем соревноваться, побеждать. Такие соревнования среди граждан старшего возраста в Биробиджане проходят не в первый раз. Организуют их специалисты комплексного центра социального обслуживания и физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин» при поддержке департамента по физкультуре и спорту правительства ЕАО. В завершении состязаний всех участников ждали подарки, медали и дипломы, так как каждый из тех, кто вышел на спортивную площадку, уже победитель. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.
Юбилейный концерт «40 чудесных лет» заслуженного коллектива художественного творчества ИАО образцового ансамбля танца «Мазалтов» прошел в Биробиджанской областной филармонии. Коллектив был создан на базе танцевального кружка городского дворца пионеров и школьников. И сейчас уже центр детского творчества остается домашней площадкой для ансамбля. 40 лет для коллектива, с одной стороны, это много, а с другой стороны, вроде немного. Очень приятно, когда ты раз в 5 лет, да, отмечаем юбилей, скажем так, и встречаешься с нашими выпускниками, с нашими друзьями, которые приезжают поздравить нас, приезжают нас поддержать. И вот как бы годы пролетают, а запоминаются самые яркие моменты. В честь юбилея со сцены прозвучало немало поздравлений. Большой группе педагогов и воспитанников были вручены награды правительства области, мэрии города, секретаря регионального отделения «Единой России» Ростислава Гольдштейна. С особой теплотой в зале встречали выпускников «Мазалтов», которые уже со своими коллективами приготовили творческие сюрпризы. Я сюда пришла по приглашению с большим удовольствием. Каждый год посещаю отчетный концерт этого коллектива, потому что в прошлом была руководителем тоже этого коллектива, преподавателем. И на протяжении уже долгих многих лет любуюсь творчеством коллектива, получаю удовольствие и от всей души поздравляю с юбилеем преподавателей, руководителей, детей и, конечно же, родителей с этой замечательной датой. Большая программа концерта вобрала танцы разных лет. Зрители увидели восстановленный праздничный номер из далекого 1984 года. А также сразу несколько премьер. Дагестанский девичий перепляс «Пошумим», хоровод с рукавами «Цветочницы». А в финале все увидели памятную и зажигательную еврейскую сюиту. Занавес под гимн «Мазалтов» дал старт новому творческому сезону ансамбля. Значит, будем жить, от души плясать и благодарить небеса. Значит, будем жить и дарить любовь и на праздниках кричать громко «Мазалтов». Андрей Кирюшин, Софья Гинатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Два дня напряженной борьбы. Биробиджанская «Надежда» стала лучшей на открытом первенстве ЕАО по мини-хоккею с мячом. Тревожные цифры о безопасности на дорогах и печальной статистике ДТП говорили в эфире Авторадио Биробиджан. По пути в высшую лигу. В Биробиджане на катке «Победа» в эти выходные проходили игры первенства Еврейской автономной области по мини-хоккею с мячом. Играли спортсмены из автономии Хабаровского края Амурской области. Всего 6 команд, которые разделили на 2 подгруппы. В одной из первых игр на льду встретились биробиджанская «Надежда» и команда «Техколледж» из Хабаровска. Несмотря на напряженную борьбу, гостям так и не удалось одержать победу. Встреча закончилась со счетом 7-4 в пользу хозяев площадки. Игра была трудная, вот. Не хватило функционалки, так как основной наш сезон закончился, ну, месяца два назад. Вот. И ну, по игре было видно, то, что у команды соперника больше функционалки и мастерства, скажем так. Борьба за победу на льду шла в течение 2 дней. Все это время биробиджанские хоккеисты показывали достойные результаты. По словам тренера, у команды «Надежда» есть все шансы вернуться на всероссийский уровень. Недавно еще команда «Надежда» играла в высшей лиге. И все хотелось бы, чтобы мы все-таки вернулись в высшую лигу. У нас есть для этого и воспитанники, у нас много групп, именно отделение хоккея с мячом. Мы играем для того, чтобы ребятам было куда стремиться молодым. В итоге 2 дней соревнований в тройку призеров вошли команды СДМ, третье место, серебро у хоккеистов техколледжа, а победителями первенства ЕАО по мини-хоккею с мячом стали игроки биробиджанской «Надежды». Никита Натапов, Софья Гинатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. 65 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировано областной ГИБДД за первые 3 месяца 2024 года в ЯО. К счастью, большинство из штрафов приходится на нарушение скоростного режима, несоблюдение правил дорожной разметки и непристегнутые ремни безопасности. За 3 месяца текущего года на территории области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, которых, к сожалению, 5 человек погибло и 42 получили ранения. Зарегистрировано снижение дорожного
дорожно-транспортных происшествий общего количества на 20,5% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 39 таких ДТП. Если же говорить о ДТП без пострадавших, но с нанесением материального ущерба, то таких аварий на дорогах выявлено 318. При этом интерес вызывает тот факт, что пик возникновения опасности ДТП приходится на четверг и пятницу. Возможно, это связано с приближением конца рабочей недели и эмоциональной и физической усталостью водителей. А вот с нетрезвыми автолюбителями все обстоит традиционно – выходные и праздники. За три месяца было выявлено и отстранено от управления 146 водителей с признаками опьянения. То есть проблема довольно остро стоит. Проблема острая, да. То есть мы за прошлый год у нас более около 600 водителей было отстранено. То есть даже порядка 2 в день. Достаточно сложная обстановка сложилась и по детскому травматизму. За три месяца в ДТП пострадало 7 детей. Несмотря на кажущуюся незначительность цифры, не стоит забывать, что за каждой из них стоит здоровье несовершеннолетнего ребенка. В связи с этим ГИБДД ЯО на постоянной основе проводятся профилактические акции. Основными помощниками сотрудников в этом нелегком деле становятся юные инспекторы дорожного движения ЮИД. Мы стараемся вовлекать во все школы, значит, не только города, но и области, чтобы данные, значит, отряды создавались. Оказываем для этого всю необходимую поддержку со стороны госавтоинспекции. Мы готовы принимать участие во всех мероприятиях, проводимых данными отрядами, так как это будущая смена наша растет. Проблем на дорогах не становится меньше, и ГАИ всегда нуждается в новых сотрудниках. Вакансии открыты. Полную запись трансляции смотрите на сайте reabir.ru. Вячеслав Пасманник, Богдан Патрин, Новости 21.